25 декабря в Рязани с 9 до 16 часов будет приостановлена трансляция центральных телеканалов Первого мультиплекса. Такое решение связано с необходимостью монтажа оборудования для вещания каналов Второго мультиплекса. Сейчас как раз в Рязани заканчивается монтаж оборудования для вещания Второго мультиплекса. И технические решения там такие, что используется одна и та же антенна для трансляции первого и второго мультиплексов. И для того, чтобы второй мультиплекс можно было подключить к антенне, потребовалась установка передатчика первого мультиплекса. Значит, 25 числа с 9 до 16 часов у нас будет этот перерыв, и мы ожидаем, что мы завершим вот это подключение, которое требует остановки. Остальная работа будет вестись уже без перерывов, и мы рассчитываем, что перед Новым годом, в последние числа, второй мультиплекс в Рязани начнет работать. Цифровое телевидение смотрит не только Рязань, но и область. Сейчас практически все телевышки для приема и передачи сигнала транслируют цифровое телевидение первого мультиплекса. Монтаж оборудования для второго мультиплекса идет полным ходом. Однако владельцы каналов пока не готовы включать сигнал на тех территориях, где население менее 50 тысяч человек. Что касается области, здесь как бы две можно составляющие разделить. Первое, это что касается монтажа самого оборудования. Этот процесс сейчас идет, и на конец этой недели у нас будет готово 8 объектов. А что касается их работы в эфир, трансляции второго мультиплекса, то это решение принимает компания, вошедшая во второй мультиплекс. И пока решение такое, что передатчики начинают работать только в населенных пунктах, где население более 50 тысяч человек. У нас в области такой пункт один, это город Рязань, поэтому Рязань начнет сразу работать. Остальные объекты будут ожидать, когда будет решение о начале работы. Напомним, что в Рязани уже запущен первый пакет федеральных бесплатных каналов в начале этого года. Во второй же пакет входят телеканал РЕН, Православный Спас, развлекательный телеканал СТС, Домашний, ТВ-3, Звезда, спортивный телеканал Спорт Плюс, информационно-развлекательный телеканал Мир, ТНТ и Муз-ТВ. В общем, в новом году рязанцы смогут смотреть еще больше телеканалов. Впрочем, если у вас дома подключен кабельное или спутниковое телевидение, то отключение телеканалов вас не затронет. Немного подождать и сделать перерыв в телесмотрении предстоит хозяевам обычных комнатных антенн.